Анонс и точность выхода 31 серии сериала «Конец мороза в это солнце». 31 серия сериала выйдет в эфир 2 сентября. Ранее в сериале мы увидели Эсру, которая очень переживает из-за того, что ее отца все еще нет дома. Она выглядит потерянной и с трудом сдерживает слезы. Но девушку старается убедить в том, что ее брат уже нашел их отца, и вот-вот они войдут в дом вместе. И ей не нужно больше переживать из-за этой ситуации. Айя встречается с детективом Али. Мужчина рассказывает ему, что его отца нашел водитель. По словам мужчины, когда он приехал на поздний вызов Керима, мужчина уже был мертв. Айя не может поверить в то, что его отец совершил самоубийство. Он уверен в том, что его отца кто-то убил. Когда Айя делится этой болью с Гюнеш, девушка разделяет с ним это горе и обещает всегда быть рядом. Айя доверительно жмется к ней. 31 серия сериала выйдет в эфир 2 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.